пройти через такой ураган. Это, наверное... Я так переживала, вся моя семья со мной была до конца. Я рада, что они рядом со мной. И снится эти выстрелы. А ночью, когда стреляют, на трехэтаже идет вниз, оно так трясет и сыпется штукатурка. Это не описать. Когда вот эти малыши к тебе тулятся, я говорю, они ни разу не вышли, они ни разу не вышли, и я не выходила. Сегодня я вышла, я увидела небо.